Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я продемонстрирую вам очередную самоделку, идеей которой поделился с нами один из наших постоянных клиентов. Этим изделием будет являться тарга под троллинговые стаканы. Все материалы для ее изготовления вы можете приобрести в любом строительном магазине, либо же в магазине сантехники. А теперь давайте посмотрим, как и из чего она собирается. Итак, для сборки нам потребуется настенный крепеж для труб системы отопления в количестве 4 штук и 2 винта с гайками. Соединяя эти два крепежа между собой, у вас должна получиться такая конструкция. Далее берем трубу с полипропилена диаметром 32 мм и устанавливаем на нее наш крепеж. Теперь это все можно поставить на лодку. А если использовать две такие трубы, между ними можно натянуть сеть и складывать туда свой улов. Как видите, не обязательно тратить кучу денег для комфортной рыбалки. Достаточно лишь немного смекалки. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас есть какие-то свои интересные идеи, обязательно ими делитесь. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на страницу в Инстаграме, чтобы не пропустить новые видео, а также свежие новости из мира водомоторной техники. Всем пока!